Войт, ты же в общепите как бы работаешь, да? Ну, в какой-то там кафе. Так ты же должен знать, что как бы хороший мужчина — это сытый мужчина. Вот. То бишь, это актуально и для ДПСера. Хороший ДПСер, сытый ДПСер. Еще в туннеле Не, он в работает туннеле еще. надо этих, она, он ходит. Нормальные мужики на заводе хуерят. Да? Ну, может быть. Мы бывшие спортсмены, а ныне ракетмены. Но что нам было вены, по-твоему, скажи? Когда герои спорта, ему отдавшие годы, как говорится, мордой об асфальт. Это хорошо, что вы позитивно настроены все. Я просто покушаю, мне там хорошо, я сейчас Тоже мальдивчик пошла заварил, после там все обеда, да? бывает, блядь. Угу. У меня, кстати, еще одна порция осталась. Напомните, большой сюда идти будет, нет? Да, и только большой должен быть, по идее. Сумон, поставьте шкафчик, давайте друля засумоним. Не бьется, не Нет, бьется. но тут если большой будет ходить, то надо его еще сливать. Виби пишет, его там нету. Ну нет, так нет. Это хорошо. Меточки сразу ставь 3D. Вот так и делаем. Усилки скидывали. Я помню. Можно сказать? Ладно, говори. Есть гениальное предложение. Может, давайте убьем волноступа, а потом пойдем на них опять. Войт, можешь дать ассист? Я поставлю на себе примерно. Сопроты надо, усылки не надо. 4 хила явно надо усылки хп. Вижу одного рейта. Делали же тогда по 35 тысяч, 4.33. По 35 тысяч мы делали на роботе, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы не делали по 35 тысяч на роботе. И по 32. Войт, давай не будем этим заниматься, пожалуйста, я тебя прошу. Эту херню ты делаешь, вот чистую херню, не надо никаких там пусто. В курсе, что тотем теперь не убивается одной чумой с ШП, его надо убивать фулл, у него 800 хп. А он бьет где-то 1000 по 20 огненный тотем, блядь, только огненный. Не, ну все же.
И ченька сюда ставь. Руки Ой. Вверх. Сколько ты раз меня будешь спрашивать? Мастер, создай перса первого левела, випку себе проголосуй. Дайте 7%. Крик на хп. Я реловнусь, я проголосовал, мне еще не пришло. Да, есть у меня символ. Да. Бычий голову, да. Стойте, меня сумануть надо. Чай, я тут символ вплёл. Да, но только агро дайте ему набить, потом геру, чтоб не сорвали. Шреддер танчит кружок, правильно? Так точно. Есть баф какой-то, да, что ли? Нет. А нахуй тут саппорт? Танком? Ну, мне, по крайней мере, нужен саппорт, это точно. А локом-то зачем? У них связка душ 20% минус дамага.
Вообще Эмилика надо тоже победить, потому что там последний босс может два каста сразу дать и ваншотить просто. Какие два каста? Подожди, на. Не, рыбы не было. Изюм, ты хил или танк? Подожди, раздаю. Смотри, на первого босса еще нужна фрост аура. Ну, у нас два шамана, может один поставить. На 4-1. Это тьма вы поставили. Рота. Упан стоит огонь. У меня сосредоточение ауры. ДЦ того ниже. Ну да. Ну я не знаю. Две пули дай прожимку варовскую. При пули дай варовскую прожимку. Пока они разведут, все будет норм. Тот-то, наверное, уже с теми, да, принял КД. Ну тот ДЦ. Может мы просто шансунг вот респект не мы все и не будем. Да, интересно, нет. А чего вы в бычьей головы хотите, ну? Любви и ласки. Так
принципе, ну вроде да. А бычьи головы вам чем не нравятся, нахуй? Ну, я немножко меньше щитков кинул, наверное, так как положение, но это не спад. Давайте сделаем еще трай, я прям перед полом начну считывать за 10 секунд, посмотрим. Но я считывал секунды за 3 начинал. Лишние 5 щитков от меня за это время не спасут. Будь у меня 2Т5, я бы за это время... Не, Инту. Нет, он ты. Магов нет. Уля. Эвинар, кто филит? Эвинар или Бланк? А чё, меня килить кто будет? Нет, должен нет. Не достаю. Я вам даже шевре, блядь, дал. Что за... Пусть танки сейчас станут в свои меточки и посмотрит он на докуда достает. Или не танки, все равно кто. Кликайте на шкаф. Может как-то вам надо развернуться, чтобы он до вас доставал. Чтобы маленький от меня доставал, моя метка должна стоять вот минимум тут. Ребят, давайте давайте шамана обратно отправим на этого другого танка, чтобы он хилил. А я просто спекну с хила и буду хилить вместо него здесь, чтобы маликет не разрывался на двух танках. И никаких проблем не будет. Ну хорошо, шансунгов же у этого в ДЦ, бычью голову в хила, все. Проблему решили.
Да, где я стою? Где я прыгаю, на? О, все. Админ пошел мне на небольшие уступки. Вернул мне все. Мне в Х пристали в ДЦ. Бычьи головы. ДЦ. Он, по-моему, как-то через раз достает по мне. Подожди, 7-го, а кто у нас еще хилы? У нас всего 5. Пан. А нет. Нет, 7-го нашел. По математике. Феклова, нахуй тебе медальон РДР. Шредер, нахуя тебе колба плюс выбор? Я что-то херы не вижу. Нужно солю консоль. Дал прожимку вам. Маликет без маны. Ману выжирает. Все, два танка умерли. Ману выжирает. Копье. Маликет у ману жжет. Ну, 5 лямов, это БЛ, если что. Господи, что вы делаете? Во-первых, зачем на домах паладина ставить на твоих боссах? Вой, давай я просто объясню, и мы нормально пойдем, а не будем заниматься вот этой вакханалией. Давай я объясню, как мы делали в прошлый раз. Мы сейчас делаем херню. Понимаешь, полную херню. А какой нахуй холипал, если у нас только один был холипал, Маликет в рейде? Нет, в прошлый раз было 2. Это в Оке было 2, а в ЗС я не помню точно.
Ну и без меня бейте нахуй. Заебись, вода. В чем проблема была дать царю объяснить? Если бы мы попробовали, то, скорее всего, бы убил. По твоей тактике мы вот трижды вайпнулись. В чем проблема была дать другому поэролить? Причем он, блядь, был с нами в прошлом рейде. Фил Лок. Как еще раз, Ник? Я таких шаманов оттуда не знаю. Это меч. Такой красивый.
Тю-тю-тю. Тю-тю.